Здравствуйте. Итак, прошла неделя, как я приехала сюда. Ну, если вы помните, сад для ленивых. И вот я хочу показать, что произошло за эту неделю, насколько сад у меня хорошо продуман. В прошлый раз я вам рассказывала, что у меня сын покосил траву. Вот сделала дорожку, почистила ее. Вот. Патио я только начала заниматься, поэтому вот вы видите, в каких-то горшках сидят растения. Вот поставила декоративную поилку для птиц, в каких-то горшках нет. К сожалению, когда я приехала, рассады уже почти не было. Вот все, что мне спирея японская. И дальше у меня цветет вовсю астильба. И дальше куст тоже спирея. Все растения, видите, у меня в хорошем состоянии. Астильба, может быть, она, конечно, чуть меньше цвела, потому что я вот ее не поливала. Основу мне держат мои травы. Задняя стенка, вот на фоне которого бузулик, это виноград. И тоже он всегда хороший, тоже не требует особого ухода. Давайте пройдем дальше. Это, значит, спирея, который вовсю цветет, бумальда. Вот я хотела показать, значит, грядки. Грядки все расчищены. Ну, вот посадила тагетис, не знаю, что будет. Мою пугало любимое. И посадила рассаду кабачков. Конечно, достаточно поздно. Ну, посмотрим, что будет. Вот за неделю, что я сделала, причем не особо. Плюс вербеник, который всегда меня выручает и не требует совершенно никакого ухода. Вот это все растения, которые не требуют ухода. Первая жара, вот очень сильная, до 30 градусов, которая была в Москве. Ну вот растения, видите, обходились без меня, без всякого ухода.